Во время бушующей пандемии, охватившей весь мир, забота и сострадание людей друг к другу проявляется в разы. Граждане страны как могут стараются оказать помощь нуждающимся. Хороший пример тому компания Каспий.кз, которая подарила 100 машин скорой помощи для борьбы с пандемией медицинским учреждениям страны. Санитарный автотранспорт для мобильных бригад поликлиники соответствует техническим рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 10 машин скорой помощи безвозмездно было передано компанией «Каспий» медицинским учреждениям. Эти машины позволят большему количеству бригад врачей своевременно выезжать на вызовы и помогать людям. Общая стоимость таких автомобилей составила 1 миллиард тенге. Учитывая сложившуюся ситуацию, машина скорой помощи укомплектована всем необходимым медицинским, санитарным и бактерицидным оборудованием для перевозки больных, в том числе портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппаратом, пульсоксиметром и дефибриллятором. Сейчас очень много вызовов именно с одышкой, учитывая пандемию, поэтому мы очень рады, что вот такой вот портативный аппарат ИВЛ нам выдали. Мы очень благодарны Каспий.кз, выражаем свою огромную благодарность. Врачи безмерно благодарны руководству компании, которые не остались в стороне и так своевременно протянули руку помощи. Теперь подаренные специализированные машины для перевозки больных будут распределяться по районам области. Спонсором это Каспий банк, Сарарка лизинг, которые в такое нелегкое время для нас протянули руку помощи, нашли возможность, выделили финансовые средства для того, чтобы внести свой вклад в дело лечения, а также противодействия коронавирусной инфекции. Согласно данным Министерства здравоохранения Казахстана, ежедневно по стране в скорую медицинскую помощь поступают порядка 26 тысяч вызовов. Это очень существенная нагрузка на службу скорой помощи. Поэтому подаренные машины скорой помощи наверняка спасут немало жизней. Элеонора Бухонова, Асылбек Жолшыбек, Азат Байтимир, 77 News.